Добрый день, добрый час, друзья дорогие, наши подписчики, наши зрители, клиенты, конкуренты. Компания Arbat Homes приветствует я и с вами я сегодня, Татьяна Пикер, на повестке дня. Тосмур 2 плюс 1, 110 квадратов, 135 тысяч евро стоимость сегодняшнего предложения. Час у нас ранний, мы уже с видеооператором работаем для вас, потому что в обед уже становится жарко. Как видите, лето наступило, все аланийцы достали свои летние наряды, включая меня. Так что хотите погреться, приезжайте к нам сюда, в солнечную Аланию. Итак, район Тосмур. Район, который находится между районом Оба и Кестель. Расстояние до моря от сегодняшнего предложения составляет 800 метров. Я нахожусь сейчас как раз на территории. Территория огромная, просто зеленая. Вот это вот красотища справа от меня сейчас пока не работает. На самом деле это искусственный фонтан. Уже в течение 2 недель вся эта система заработает. Очень много зелени на территории. Есть огромный теннисный корт, есть детская площадка. Есть 3 открытых плавательных бассейна. Вот за мной даже видим, что здесь есть у нас и водные горки. Есть 5 беседок, где вы проведете прекрасное время с друзьями и со своими родными. Несколько блоков на территории комплекса. Блоки у нас 9-этажные. Год постройки сразу озвучиваю — 2010 год. Айдат составляет всего 165 лир. Спросите, почему, в принципе, ценник такой адекватный на Айдат, объясняю. Если бы у нас был, например, 1 5-этажный блок, то Айдат за такую территорию был бы как минимум 350-400 лир. Вы знаете, что сумма за уход по инфраструктуре суммируется и делится на равные доли на каждую квартиру. Поэтому здесь ценник адекватный, потому что квартир много. Вот в этом дальнем корпусе находится сегодняшнее предложение. 135 тысяч евро, 110 квадратов, 2 плюс 1. Поехали туда. Друзья мои, как мне понравилась эта квартира, сейчас все подробненько снимем, покажем. Думаю, что вам она понравится тоже. Очень долго рассказывала про инфраструктуру и очень важный момент упустила. Здесь есть на территории открытый и крытый паркинг. При входе мы видим вот такие 2 пустых пространства. Обязательно сюда ставим встроенные шкафы. Гостиная в кремовых, бежевых тонах оформлена. Вся полностью новая мебель и техника. Нужен будет телевизор, если вам это нужно будет так. И кондиционеры у нас не новые, но имеются 3 кондиционера. Напоминаю, 110 квадратов, 2 плюс 1 квартира. На 4 персоны прекрасная обеденная зона. Посмотрите, окна тоже стильные. Год постройки 2010. Напоминаю, это у нас фактически 2-й этаж. И придя и посмотрев эту квартиру уже на месте, я могу сказать, что здесь не 110 квадратов, здесь как минимум 120 квадратов, включая, конечно, балконы, которых в этой квартире имеется 2. Прекрасный, уже стильный такой диванчик напротив телевизора, который нужно будет вам приобрести. Выходим на балкон, но чуть попозже. Очень красивая зелень видна с балкона, я буду там для вас подводить итоги. А еще как хозяйке мне, конечно же, понравилась вот эта вот кухонная зона. Здесь у нас есть а-ля островок и вся бытовая техника также новая. И напротив мойки у нас окно, имеется фильтр для воды, дорогие мои. Газовая панель, духовочка, стиральная машина и вытяжка, аспиратор называю. Здесь можно, наверное, даже обедать. Когда придут гости, тогда уже там. Сколько вина подарочного. Отсюда имеется также выход на балкон. Напоминаю, что окна у нас выходят на восток и на север. Вот это, конечно, пространство радует. Вот сюда что только можно не поставить в плане шкафов и даже какой-то пуфик и столик. Красиво. Здесь у нас небольшая ниша, трюмо, зеркало. Прекрасно. И смотрим с правой стороны. Раз. У нас гостевой санузел и с левой стороны полностью уже меблированная новая. Проходите без меня, смотрите. Красивейшая детская спальня, кстати, не маленьких размеров. Кондиционер имеется, 2 односпальные кровати, шкаф и тумбочка, дорогие мои. И вот, наконец-то,
мы с вами в прекрасной светлой с голубыми шторами, со своим балконом и со своей ванной комнатой, родительской спальне. Две прикроватные тумбочки, два светильника, кондиционер, двуспальная кровать king size, напротив у нас зеркало и также вот такой вот комод с прекрасными ящичками, шкаф. Все очень вместительный. Из родительской спальни имеется выход на балкон. Также открывается прекрасный вид на зелень. Это фактически второй этаж. Балкон просторный, круглый. Сейчас у нас утро, восточная сторона. Сейчас здесь солнышко. А мы с вами встречаемся на главном балконе. И там будем уже подытоживать сегодняшний мой рассказ. Друзья мои, неужели вам не понравится вот эта панорама? За мной. Выходят окна на север. Прекрасная зеленая ухоженная территория. И вот здесь с правой стороны от меня искусственный водопад уже скоро заработает. Итак, что мы с вами сегодня смотрели? 2 плюс 1 110 квадратов, но я говорю, что здесь площадь гораздо больше, говорим 110. 2 плюс 1 фактически второй этаж в комплексе, который находится на расстоянии 800 метров от моря. В комплексе 5 девятиэтажных блоков, красивая ухоженная территория, теннисный корт, 3 бассейна и детская площадка, и водные горки, и 5 вот таких вот прекрасных беседочек. Дорогие мои, айдат составляет 160 лир и стоимость предложения 135 тысяч евро. Квартира полностью меблированная и с бытовой техникой. Все здесь готово для принятия своих новых постояльцев. Дорогие мои, район Тосмур, Татьяна Пикер, свои пожелания относительно съемок и роликов пишем в комментариях. Заранее благодарю за лайки. Спасибо. Пока-пока.